Торопец отметил в минувшее воскресенье свое 950-летие. Одним из ключевых событий праздника стало открытие нового отделения банка «Сбер». Качество отделки и уровень сервиса оценила наша съемочная группа. Среди прочих событий праздничного дня особняком стояло открытие обновленного офиса банка «Сбер». Все, а это мне, да? Да. Это единственное отделение в нашей области, в интерьере которого использованы постеры с изображением видов города. Перед нами стояла амбициозная задача успеть с реконструкцией к дню города. И благодаря нашим партнерам нам это удалось. Мы значительно улучшили условия обслуживания наших клиентов, а также значительно расширился перечень предоставляемых услуг. Теперь рабочее пространство стало многофункциональным. У клиентов появилась возможность получать не только финансовые услуги. Например, в зоне Сбер Девайс можно протестировать и купить устройство умного дома Сбер. Лампочки, розетки, музыкальную колонку Сбер Бум, ТВ-приставку Сбербокс и другие умные устройства. Неудивительно, что Сбер заслуженно занимает доминирующее положение в Тверской области в целом и в Торопском муниципалитете в частности. Российская банковская система успешно развивается, и каждый банк хочет занять в нашей жизни передовое место. Сбербанку на территории Торопского муниципального округа это удалось сделать. Кроме того, теперь в приложении Сбербанк онлайн станет доступна цифровая галерея с живописными видами Торопца, которую можно будет использовать для создания индивидуального дизайна дебетовых и кредитных сберкарт. Также в приложении Сбербанк онлайн доступна цифровая галерея с изображением косолапых воспитанников Центра спасения медвежат-сирот Пожетновых, с которыми у банка налажены хорошие отношения. Конечно, для нас это очень важно и очень приятно, что Сбербанк обратил внимание на нашу работу, предложил нам такого рода сотрудничество. Одним открытием современного отделения подарки Сбера не ограничились. Здесь же по соседству работала детская площадка, включающая в себя фотозону, аквагрим, настольные игры, гигантскую раскраску. Кроме того, любой желающий мог получить свою персональную монету. Ее тут же чеканили с громким звоном, который лучше всего характеризует успешную работу Сбера в Торопце.